Приветствую вас. Для начала, конечно, хотелось бы узнать, сколько времени вам, сколько времени у вас осталось до того, как вы вот уедете, да, в другой город. Там, ну, неделя, месяц, может быть, 2 недели, там, 2 месяца, месяц. То есть нужно вот это вот определить для начала. Потому что, ну, очевидно, что вам нужна помощь, очевидно, что вы нуждаетесь в поддержке. Вот. Ну, если говорить простым языком и просто, то, что вам нужно, это почаще спрашивать себя, что я могу. И для чего мне это. Вот. Если вы будете себя спрашивать как можно более часто об этом, то я думаю, что ситуация достаточно быстро нормализуется. Соответственно, далее. Значит, мне предстоит скоро уехать из дома учиться. Проблема в том, что я боюсь далеко покидать свой дом. Ну а боитесь-то в чем? Почему боитесь? Чего боитесь? Вы же не, собственно, дом покидать боитесь. Вы же, собственно, боитесь чего-то, что следует за этим. За ним. Да, вот. Ну, за тем, что вы боитесь того, что следует за тем, что вы покинете свой дом. Так вот как бы и вопрос к вам. Значит, что нужно вам? Ну, для чего? Зачем? Как вы, ну, как вы видите это? Как вы воспринимаете это? Знаете, какая штука? Вот. Нужно подумать об этом. Нужно подумать на эту тему. Что стоит за тем, что вы боитесь? Что за этим стоит? А вот. Вы же об этом не говорите. Вы же это не раскрываете, да? Вы же... ничего об этом не рассказывайте. О своих страхах, о том, чего конкретно вы опасаетесь, что для вас несет угрозу. Вот. Ну, именно в контексте вот объезда из дома. А это же ключевой момент. Вот. Что вы теряете, если уедете из дома? Что вам там, я не знаю, будет сложно, например, что сложно будет реализовывать вдали от дома? И как бы вот все это нужно собирать информацию.
Далее. Далее. Необходимо работать с этим. Анализировать ваши модели поведения, поведенческий вектор, как чего смотреть и корректировать. В первую очередь это опять же вопрос. Что я могу, чего я хочу, в чем я уверена, что у меня получится. Вот. Значит, и, соответственно, в чем я не уверен. И почему. Вот. То есть, это вот такие моменты. Значит, дальше. Дальше. Следующий аспект. Себя нужно подготавливать. То есть, ну, готовить себя нужно. Тренироваться. Учиться. То есть, ну, пусть там родители, например, вам там помогут, например, снять квартиру недалеко. И поживите одна какое-то время. Смотрите, как получится, как чего не получится. Чего ходить, чего нет. Вот. Чтобы, ну, чтобы потренироваться. Чтобы не было такого, знаете, резкого входа в самостоятельную жизнь. Чересчур резкого входа. Вот так, я думаю. Далее, значит, непонятно, понятно, что поступать нужно на бюджет. Вот. А сердце разрывается, вы плачете. Вот почему вы плачете? Из-за чего? Из-за чего вы плачете? Что заставляет вас плакать? Вот. Что конкретно чувствуете? Что теряете? Это первое. Второе. Почему родителей слушаете? То есть, чего сами хотите? Что для вас? Вот что для вас? Вот прямо объективно лучше будет. Подумайте. Тоже очень важный момент. Очень важный момент. Что для вас будет лучше всего объективно? И что для этого вы можете сделать? Что там, я не знаю, хотите сделать, например. Но это вот точно такой важный момент, да? Потому что, ну, нужно, чтобы вы как-то определились с этим. То есть, чтобы не кто-то за вас решал, а чтобы вы сами решали за себя и для себя. Понимаете? Но это важно. Но вы тут вот не сказали, сколько вам лет, да, вот не написали. Вот. Ну, было бы здорово, если бы написали, конечно. Потому что это важно тоже. Очень важно. Ну вот. Сколько вам лет? Ну, я полагаю, немного. Раз вы вот только
закончили, она же, ну, только собирается поступать куда-то. Ну вот, полагаю, немного. И полагаю, что вы очень сильно привязаны к родителям, да? То есть стараетесь все делать, как родители говорят, да, там, стараетесь поступать, как они вам рекомендуют, ну и так далее. Вот. И почему так? Какие у самой, да, какие установки на этот счет? То есть что заставляет родителей слушать? Зачем? То есть, ну вот есть ваша как бы жизнь, да, есть ваша линия, ваш путь. И есть как бы родители, которые, ну, хотели бы, чтобы вы, наверное, ну, как-то были счастливы, да, чтобы у вас все было хорошо. Вот подумайте, для вас счастье, оно в чем? Только честно скажите. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Вот. Будут, например, родители счастливее, если вы, ну, поедете на среднее образование, да, только потому, что там боитесь, например. Ну, я не думаю. И вы знаете, что не будет такого, что не будете счастливы. Вот. Но, тем не менее, что-то вас удерживает. Ну и всего лишь надо подумать, что именно удерживаем. Поработать с этим. Не спеша, не торопясь. Спокойно. Вот. Ну, если время есть, конечно. Потому что если времени нет, то тогда проблема. Ну, потому что все равно вам потребуется работа. То есть это, ну, вот у вас привычная модель поведения, его нужно менять. Вот. Поэтому то, что вы вот пишете, да, помогите. Понимаете, помочь-то можно. Только вопрос в том, ну, как бы, готовы ли вы эту помощь принять. Понимаете, да? Ну вот. То есть это помощь какого человека? Вот подумайте, пожалуйста. Вы просите помощи как кто? Как ребенок, который хочет, чтобы его оградили от, значит, проблемы, своей проблемы, от его проблемы, да? Или вы просите помощи как взрослый, который понимает, что ему не справиться, ну, с трудностями, вот со своей трудностью ему не справиться. Вот. И ему необходима помощь как бы другого взрослого. Не хватает средств, не хватает способностей, да, не хватает возможностей, не хватает сил для того, чтобы, ну, преодолеть конфликт. Вот.
Если так, то помочь можно, конечно. Выбирайте себе любого эксперта и начинайте работать. Вот. Я думаю, что по вашей проблеме вам может помочь, в принципе, любой из психологов. Так что никаких проблем, я думаю, не будет с этим. Вот. Но только при условии, если вы сами хотите работать. Только при этом условии. Потому что если нет, если не хотите, если все это просто ориентировано на то, чтобы как-то вот вам помогли избавиться там, да, от трудностей, то здесь, конечно, мы не поможем. При всем желании. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.